Букеты из цветов, пожалуй, один из самых популярных подарков к 8 марта. Однако, как отмечают аналитики, привычные розы и тюльпаны постепенно сдают позиции. Все чаще казахстанцы отдают предпочтение нестандартным композициям. В тренде вечно цветущие розы, букеты из фруктов и шоколада, а также цветы в шляпных коробочках. Моя коллега Зарина Бисембина узнавала о цветочных трендах этого года. Необычный букет для своей второй половинки астанчанин Баужан Кашанов решил заказать через интернет. Разнообразие выбора на сайтах поражает. Каждый здесь может найти что-то по карману и по вкусу. Молодой человек признается, стандартным букетом из тюльпанов сегодня никого не удивишь. Поэтому для своей девушки к празднику он заказал фруктовый. Это необычный букет. Во-первых, его можно съесть, обычный букет он завянет буквально через пару дней. Вот. Ну и третьим, это оригинально. Я, допустим, в первый раз увидел этот букет, и мне сразу захотелось его купить, потому что это очень необычно. Мне кажется, любая девушка будет рада такому подарку. Для тех дам, которые так и не дождались цветов к празднику, в интернете есть специальное предложение. Букет можно взять в аренду и поселфиться со 101 розой. Мы связались с арендатором букетов и узнали, есть ли спрос в Астане на такую услугу. Да, здравствуйте. Да, есть у нас 101 роза, получается. Есть белые розы, красные розы. Доставку осуществляем по всему городу. Получается, привозим, 15 минут вам предоставляем, вы можете там сделать селфи, сфотографироваться с букетом. Это будет стоить 5000 тенге. И если вот 15 минут вам будет недостаточно, можно продлить еще на 10 минут. Там каждые 10 минут, получается, по 2000 еще будет. Всего в этом году к празднику в Казахстан было завезено около 660 тонн цветов на сумму более 5 миллионов долларов. Львиную долю из них составили розы и хризантемы. Это 3/4 от всего объема цветочного экспорта. В основном ароматных красавиц привозят в нашу страну из Эквадора и Голландии. В текущем году на Астану приходится, Астану и Карагандинскую область, приходится более половины ввоза цветов. Это в объеме около 340 тонн на сумму более 2 миллионов долларов. При этом за последние годы наблюдается увеличение ввоза цветов. Если раньше их объем составлял порядка 220 тонн цветов, то в текущем году уже 340 тонн. Как отмечают в Комитете госдохода, в среднем за год в Казахстан возится цветов почти на 2,5 миллиона долларов. Это без учета Международного женского дня. В канун же 8 марта ароматных красавиц экспортируют в два раза больше. Зарина Бисембина, Ханил Шимбаев, Серик Конырбаев, Хабар 24, Астана.